Количество денежных подделок в Коми сократилось на 82%. В первом квартале 2023 года из обращений изъята одна поддельная банкнота Банка России. Кроме того, обнаружена одна фальшивая иностранная банкнота, сообщает отделение Нацбанка России по Коми. Поддельная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей обнаружена в Воркуте. Подделку номиналом 50 долларов США изъяли в Сыктывкаре. Если банкнота вызывает сомнения, следует обратиться в банк, где сотрудники проверят ее на подлинность. Самостоятельно получить информацию о защитных признаках банкнот можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России» или в разделе «Наличное денежное обращение» на официальном сайте Банка России. Напомнили в отделении Банка России по Республике Коми.